сколько мегапикселей, что штатив вы применяете? 8. Приветствую. Привет. Сереж, давай посмотрим, наверное, да? Смотри, не включаю. Я так не смогу сейчас увидеть. На меня чуть-чуть. Стоит и нервно ходит. Привет, замет? Да, пока нет. Пока не очень. Слава богу, я тогда снял китайский аккумулятор. Ну что, вы сегодня попозже решили начали? В 9 часов там. До 6 утра. Снимали, конечно, сложно было. Юр, ремень от аппарата отмотай где-нибудь, чтобы аппарат не попал. Юр, не замерз? Пока нормально. Держи аппарат, я бросил пока. Я ничего не вижу, блин. Вы что там? Просто подняться. Просто подняться. Попробуй. Он бликует, да? Да. Вот, смотри. Еще проблема. Отодвинуть чуть-чуть камеру. Слушай. Наверное, нам нужно... Не получится. Дальше. Уколовый. Дальше уже сидим. А ты где? Ну ты к Циолковскому или куда? Где мы с тобой пересечемся? Где тебя ждать? Нет, нет, я сейчас буквально там, ну, 4, 5, 10 минут. 10 минут. Ну давай я тебя здесь подожду, если ты. Сколько у тебя времени-то нужно? Ну давай, здесь я случу в кафе, это Реал, я здесь погреюсь там. Сейчас погрею. Давай. Сейчас его чуть-чуть поднимем. Или пододвинем, да? Ну давай я подниму лучше. Держи, пора. Проходит туда, все готово, просто закрепляю эту ленту. После подъема что у нас происходит? Проходит, если он не голову вверх не поднимает. Нет, нет, мне нет, кажется, он просто проходит, да, вот так по линии. Или какая остановка, ну то есть... Он сходит. Да, важно место. Нулевой километр, это точка отсчета. Потом да. Я начинаю подъем, и тут появляются да. Ноги, да? Именно, да, именно так. Именно так. Нет, нужна остановка. Остановка, да. Ну, точка отсчета. Пришел, остановился, значит, поднялось и как бы дальше. Поднялось. Это вот, ну как бы этот ноль, это точка отсчета прихода. Жень, смотри в монитор. Как только я начинаю отсчет, камера пошла вверх, и мы входим дальше. Да. Да. Так, ну, да, там идет все. Так, внимание. Поехали.
дальше. Все, дальше пошла. Уходит дальше. Ну все. Ну что, что-то похожее? Видно вам? Поехали. Жень, ну вот говорят, что уже завершающая стадия, да, съемки фильма? Да, совсем завершающая, это уже художественное, окончание художественной части фильма о мире гитары, который уже на сегодняшний день расширился до полнометражного, полуторачасового артхаусного кино. А скажи, эта часть фильма снималась же даже в Грузии, насколько знаю, да? Вся художественная часть снималась в Грузии. А как она вот связана с нашим фестивалем, который мы считаем калужским? Расскажи какой-то замысел-то, какой вот художественный закладыш. Замысел как раз не считать фестиваль, на котором приезжают на мастер-классы свои действительно звезды мировой величины, то есть люди, принадлежащие не просто там стране какой-то, да, или Европе, или Америке, а космосу. Ну, это же космос. И эти люди, музыканты величайшие, тоже космос. И вот этот образ человека с гитарой, выходящего из самых недр Земли, потому что эта гитара... И Гоча идет из пещеры, находящейся в 700 метрах ниже уровня моря. Mm-hmm. Вот оттуда. Mm-hmm. Идет к космосу через весь фильм. Приходит к Константину Эдуардовичу. Циолковскому. Да, куда еще? И дальше на сцену, я так понимаю, да? Нет. Сейчас. Секунду. Так я так понял, что ты решил показать, как живут те участники мира гитары в своей, собственно, в своих странах, в своей жизни, и вот как они приходят сюда, к Циолковскому. Чуть шире. Фильм на языке музыки. Не на языке как бы человеков и их быта, даже если это великие люди. Все равно в быту это не великие люди. Это просто люди. Здесь язык музыки, язык образов, язык смыслов. И здесь в фильме мне самое главное было показать смысл. Что смысл этой недели великой музыки в Калуге, да? Это не частное дело калужан. Не частное дело спонсоров, которые участвуют, ну, то есть обеспечивают это. Это событие как бы глобального, планетарного масштаба. Интересно. Поэтому это кино. Когда премьера планируется? Премьера, ну, это мы решим с Акимовым. Дело в том, что уже, это, во-первых, это фильм фестивальный. И я его делаю, потому что он будет на всех международных кинофестивалях показан. Плюс в нем заинтересован телеканал. То есть я делаю это для мира, не для калужан. Понятно. Для калужан есть само как бы это событие. Ясно, спасибо. Ну и для калужан в том числе, как людей мира, а не калужан, как калужан. Спасибо. А вы еще оба в шляпах. Как одинаковые, разницы нет. Гоча, ну как тебе? Не очень холодно в России. На самом деле нет. Часто здесь мы уже даже по Сибири тут уже отыграли. Но в Грузии теплее же сейчас. Сейчас, наверное. Ну там всегда теплее. Чуть теплее. Ну, скажи мне, пожалуйста, тяжело вот в фильме-то сниматься тебе в этом? Такой он планируется быть фестивальным,
И как его режиссер говорит, ну, это практически международный уровень и уровень такой космический. Да, ну, фильм же не про меня, я как бы дополнение для того, чтобы как-то собрать общую картину, потому что фильм про фестиваль. А то, что добавляется, это будет уже как это, ну, немного художественного материала для фильма. Ну, фестиваль это основной как бы лейтмотив. Но да. Как говорит вот режиссер, он говорит, что хочет показать именно людей, которые практически выходят там из-под земли, да, может быть, и в буквальном смысле, из ущелий каких-то, и вот приходят к тому, что дарят любовь какую-то через свое творчество людям. Вот поэтому, наверное, и про человека, наверное, и про тебя. Ну да, ну, конечно, во-первых, ему лучше знать, конечно, да. Я в целом даже все это, мы как бы общаемся, разговариваем, делимся, я знаю проходы. А как это будет потом составлено? Ну, в целом, да, ну, картина, это уже, ну, конечно, ну, часть, которую я чуть-чуть отсмотрел, мне понравилась. Мы будем ждать. Да, я тоже с большим удовольствием жду, так что и с интересом.